Здравствуйте, меня зовут Суслик, и сегодня я прохожу карту, которую прислал мой подписчик Влад Виноградов, она называется Pyramid Adventure. Там предлагался какой-то текстурпак, я его поставил, мне, в принципе, никаких проблем нету ставить его, да, по-моему, так даже будет более красивенько. Итак, иди вперед, нажми кнопку, не стесняйся, press the button. О боже мой, ну и почерк. Так, это что такое, это креаторы. Так, что у нас есть? Only one player shows this room at the same time. If you can see someone here, you started the map correctly. Так, а тут что? Choose your... Так, я думаю, сложность я выберу easy, потому что мне... не нужен мне супер сложный. Окей, давайте начнем адвенчур. Так, типа началось. Какие-то иероглифы. Так, свой багаж. Всякие штуки у нас интересные. Так, все вот сюда положим. Карты какие-то. Информация. Ага. Plot, question, settings. А вот, подожди, вот квест. Найти. Ага. Так, чуть-чуть надо найти на карте. Так. А где я, интересно? Нужно идти excavation. Я где-то... на реке Нил, наверное. You can read about the first quest in the book. Ну, я знаю, какой квест, да, нам нужно найти, типа, вот, excavation. Но я не знаю, где это. Либо с той стороны. Нет, с той стороны пирамида. Да, вон она. Значит, у нас excavation, мы идем через деревню. Так, какая-то постройка. Лестница. Идем через деревню и попадаем в excavation. Собственно, мы сейчас где-то около буковки В. Кто пьяный житель? Так, ага. Ну да, в принципе, если мы по дорожке пойдем, то, скорее всего, мы придем к excavation. То есть, так, мы сюда идем. И где-то здесь должен быть excavation. Давайте искать. Так, может быть, вот это оно? А, вот, вот. Так, давайте, подождите. Ага. Так, find excavation on the city map and go there, find the first part of access code to the pyramid and coordinates where you can find the second part. Go to the found coordinates. Ага, понятно, все, короче, нам сейчас нужно найти какие-то координаты в этом excavation, потому что я просто не знаю, кто точно. Раскопки, видимо, excavation. Это раскопки. Мне нужно идти вон туда, вот это, видимо, это оно и есть. Так. Так, вот оно. Да, это точно раскопки. Так, давайте сюда спустимся. Так, аккуратненько. Так, аккуратно. Все может разрушиться. Да. Так, что вообще такое? Успех. Типичный русский на раскопках. Так, окей, вот оно, видимо. Вот пирамид коуд. Всякие наггетсы. А, это монетки, вот. Амо, лол. Окей, классный перевод, пистолет. 51. Вот так, x380. Минус 380, z минус 685. Окей, вот это мне нравится. Так, 51 такой прям. Прям вот это сюжетец, я понимаю, не то что паркур, блин. Окей, я не знаю зачем. Так, ладно, пирамид коуд. Так, минус 380, это нам куда-то надо вон туда. Ну и примерно, ну короче, понятно, что примерно где-то вот так вот. Вот так вот надо идти туда вперед, по железной дороге. Ну, относительно железной дороги, конечно, это не очень железная дорога. Так, стоп. Их же 380, да? Значит, обратно. Вот он. Это яма, что ли? Нет, тут не яма. Так, вот 380. Теперь нужно минус 685. Ага. Это вон туда, как я понимаю. Да, это туда. Идем. Скорее всего, это под водой. А, вот оно. Ни хрена себе. Тут спавнер. А, вот. Вот как хрена.
Да, это есть 380-685. Спускаемся. Так, аккуратненько. Тихо-тихо. Тихонько. Так, вот тут раздатчик какой-то. Что там? Пустой абсолютно. А, что? Мне не хочется, если честно, нажимать на плиту, но... А, стой. По мне не попал. Это какой-то спавнер. Но я играю на изи, поэтому я не знаю, будут ли они спавниться вообще. Так, аккуратная растяжечка такая. Блин, но я ее перепрыгнул, но по мне не попал. Золотой меч, второй пирамид коут. И опять монетки, монетки. Вообще надо будет, наверное, купить что-нибудь, раз уж у нас есть монетки. 37. Все. 37. Кто по мне стреляет? Так, а что за кнопка? А, это, видимо, для красоты. Так, а что, паркур, типа? Да, вон там я вижу какой-то сундук. Оп, блин. Ну, все, зелья вроде там кончились уже, можно ничего не бояться. Так, я это сделал, да, просто принц Персии. Так, а тут что-то есть? Нет, там ничего нет. Все, можно идти, наверное, отсюда. Или здесь еще что-то есть тут? Я думаю, еще что-то есть вот тут. Нет, все, теперь я только монетки здесь нашел. У нас есть код. 51, 37. А дальше что, я не знаю. Скорее всего, нам уже нужно идти в этот. Может быть, что-то информация есть? Вот. Get ready for the trip to pyramid. Да. Все, теперь нам нужно, короче, брать лодку, всякую провизию, тыр-пыр и, собственно, отправляться в путешествие через реку Нил. Вон там пирамида. Давайте найдем город. Вот. Что-то надо купить. Я, правда, не знаю, что, но что точно надо купить, это другое оружие, потому что это кошмар какой-то. Что такое ужасное оружие, что деревянный меч золотой, это очень плохо. Это что? Имам Факуимба... Что это значит? Так, ладно, тут никого нету. Тоже никого нету. Офигительные магазины. Так, ладно. У тебя что? Ага, каменный меч. Замечательно. Подожди, к тебе еще, может, вернулось? У тебя что есть? Эй, эй! Но это мне точно не надо. Нет, спасибо. Кактусик. Азаза. Так, у тебя что? Эй, 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 эй. Зачем мне кожа? Ага. Guns, knives and ammunition, cheap large choice. А, так там выбор есть, а ну иди сюда. Иди сюда. Угу, бронька там всякая. Угу. Для начала, наверное, все-таки я возьму железный меч. А, так, ну и броню, собственно. Нет, нет. Так, вот раз. Опа, вот все так, затарились по нормалу. Во. Замечательно, просто отлично. А, ну, ну и стрелы, я думаю, можно купить. Раз уж так дешево. Дешевые стрелы. Кто не любит дешевые стрелы? Все любят дешевые стрелы, я не верю, что есть люди, кто не любит дешевые стрелы. Э, подожди, у тебя есть еда? Эй. Понятно, ты у нас упоротый человек, который только зелье продает. Так. О, эти... прям Call of Duty. Так. Комната. А что, и в комнате поспать только, да? О, отлично, сюда можно сложить все. Так, тут мне не надо, тоже не надо. Вот, перекусим. Я не знаю, где еще будет такой сундук находиться. Может быть, this is your base, use under chest, deposit. Депозит, где? О. Что? В чем прикол? Объясните мне этот обмен, я его не понимаю. Подожди, что это у тебя там? А, ладно, оно не ломается. А, так, ладно. Какие еще магазинчики есть в этом прекрасном городе? Интересненько посмотреть, интересненько. Так, там у нас вот это, видимо, там идет бакалейка продуктовая. А здесь что у нас? Что ты продаешь? Ага, вот ты где. Пекарня-то, значит. А, так, хлебушек. Деньги кончаются. Против, так, а деньги кончаются. Вол, ок, да. Так, а вот это, видимо, у нас продуктовый уже, да. Миска. Давай.
Отлично. У нас осталась одна монетка, и ее нужно прожить прям по-настоящему, как последнюю монетку. Прям мама, дэдди. Вот. Надо ее просто, я не знаю, на нее прожить неделю или ее потратить так, чтобы просто на всю жизнь запомнилась. О, да, здесь какой-то упоротый пацан. Что ты мне можешь придумать? О, вот оно что. Гибель насекомых? А ладно, вполне. Почему нет? Отлично. Теперь у нас есть мачете. Так, ладно, теперь нам нужно поспать пойти. Чтобы началось утро. А, кстати, что я с этим поиграю, жить не нужно. И пойти в пирамиду. Эпично там, наверное, вообще будет просто мясо и паркур, который я не очень люблю. И вообще все просто будет замечательно. Так, ладно, можно идти спать. Ух ты, видели, почерк такой огромный прям. Огромный почерк. Так. Вот почему русские не умеют делать такие карты? У меня такой вопрос. Отличная же карта. Даже по магазину походить, что я в реальной жизни не делаю. Вот тут лодки. Так, окей. Мне нужна еще одна монетка. Я потратил все деньги, и теперь я, в принципе, могу по-хардкорному тупо переплыть Нил, но это как-то не по-рпешному, наверное. Денег не осталось, да? Могу рыбу поймать, конечно, но у меня нету удочки. А ладно, черт с ним. Поплыли так. О, еще одна лодка, давайте ее ограбим. О, вот надо мыслить. Мыслить, как мыслил бы типичный человек, живший в 1500, там, какой год до нашей эры. Хотя я не уверен, что наша эра была. Ладно, попробуем сейчас залезть как-нибудь. Я не уверен, что можно, но если можно, то этот корабль я обчищу. Хотя вон там еще какой-то домик есть. Но смысл мне уже туда плыть, если у меня будут деньги на лодку, если я их найду здесь. Да и смысл мне вообще будет плыть туда, потом обратно покупать лодку и плыть туда. И в этом смысла абсолютно нету никакого. Но все же я не уверен, что я смогу попасть на этот корабль. По-моему, он супер защищен. Ага, нет. Assassin's Creed. Оп. Так, окей, это какой-то продуктовый магазин с отличным дизайном. Мне нравится, как ты тут перебинтован. Да, 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 да. Мастерски украл, все-все-все, украл. Теперь нужно покинуть это место, да, покинуть место. Черт подери. Полундра. Так. Ну теперь мы можем что-нибудь еще, наверное, купить. Ну, так. Теперь, когда у нас есть деньги, мы можем рыбу продать. Надо еще одну поймать. Давай, ловись. Мне нужна одна рыба, чтобы продать 6 рыб, а не 5. То мне 2 останется, будет не круто. Давай. Одну рыбку. Ну, ты можешь. Сука. Я не умею рыбу ловить в Майнкрафте. Не знаю, как это делается. Но я знаю, что поплавок должен дернуть. И... Это я знаю, конечно. Но какие-нибудь супер способы, типа нужно, чтобы там определенная глубина была или биом, в этом я не в курсе. Но я, может быть, потом посмотрю где-нибудь, может, инфа есть. О! Нет, ни хрена. Может быть, нужно вот так вот, типа, такой в воде. Ну же. Я думаю, никому не интересно, как я рыбу ловлю, поэтому ну ее нахер. О, да, поймал! Эпик, я поймал ее. Как бог, просто. Уже такое, не, ну нафиг, и поймал. Кто здесь рыбу покупает? Вот этот пацан. Вот этот пацан рыбу покупает. Так, вот она, вот. Нет, это удочка. Удочка якобы моя, поэтому тут у нас Grand Theft удочка происходит, поэтому не нужно мне тут ничего. Вот, лодка, отлично. У меня даже 5 монеток осталось, можно еще что-нибудь затариться. Лодка есть? О, еще один сундук. Думаю, можно украсть еще пару лодок. Почему нет? Так, что еще можно тут купить? В принципе, конечно, можно что-нибудь вот у этого пацана. Так, ладно. Что у тебя там? Повтори, что у тебя там есть. Ага. Я могу купить себе шлем. Давайте. Где мой шлем? Ага, вот он, спасибо. Вау, как я классно выгляжу. Такой весь араб. Прям араб с мачете. Да, араб с мачете. Еды нам, думаю, уже не пригодится, у нас так до хрена ее. Что здесь еще есть? Что вообще за... Что это? Train station. Closed. Из Америки? А, Арабия.
Угу. Все рейсы отменены. Тра-та-та-та. Типа кто-то, короче, пришел, все разломал. Спасибо там какому-то арабу. Блин, я такое говорю, что я выгляжу как араб. Это не очень получилось, да? Так, что там? Ты можешь что-нибудь еще мне зачаровать, интересно? Ага, да, можешь. Давай. Ой, блин, прости меня, пожалуйста. Не надо.